В день снятия блокады Ленинграда в первой школе прошел урок мужества. В память о погибших и пострадавших в то страшное время. Ровно 70 лет назад, 27 января, на Красной площади прогремел салют. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным данным, за этот период погибло от 300 тысяч до 1,5 миллионов человек. В Реутове участники тех событий тоже есть, только на встречу в школу они прийти не смогли. Не позволило здоровье. Среди выступавших были ученики 11 классов, и они не только рассказывали о том трагическом времени. Например, Мария Неверова, победительница проекта «Блокада Ленинграда», Ленинграда в воспоминаниях очевидцев, представила свою видеоработу. В сборнике свидетельства тех, кто смог пережить те 872 дня.